Вот мы и во Вьетнаме, в столице города Ханой. Перед нами мавзолей президенту Хо Ши Мину, а это улицы города Ханоя. Для нашего сознания это были необычные экзотические улицы, как в архитектурном стиле, так и в житейском плане. Здесь можно было увидеть многое. Приготовление пищи, торговые лавки, мастерские по ремонту велосипедов. Меня удивила на улице горка ракушек, внутренности которых использовали в пищу. Посмотрели город. Все было интересно для нас. Бедность людей бросалась в глаза. Улицы заполнены были велосипедами. Автомашин или мотоциклов практически не было на улицах. Необычно было для нас видеть рикши, на которых возили людей. Всем этим велосипедным потоком регулировали женщины-регулировщики. Вот так перекачивают воду для полива рисовых ячеек. С города Ханой мы на автобусе поехали в нашу гостиницу в город Халон, через город Хайфон. По дороге я сделал съемки. А это любопытные вьетнамские ребята. Вот мы и приехали в назначенную нам гостиницу. Гостиница состояла из нескольких корпусов зданий. Все это было на берегу моря, куда мы ходили купаться. Вот так смотрится вид на море с нашей гостиницы, где мы проживали. А это корпуса, где нас разместили для дальнейшей жизни. Следуя советским традициям, мы устроили субботник на нашей территории. На этой территории мы развлекались, играя в волейбол. А это город Халонг, куда мы прибыли для работы. Ничем этот город особенным не отличается от тех городов, которых мы проехали. Это причал для парома, который мы ждем, чтобы доехать с работы до нашей гостиницы. Это наш путь от причала переправы водной до нашей гостиницы.
администрация предоставила экскурсию на обезьяний остров. И мы на катере приехали туда, когда обезьян кормили. Зрелище было интересное. И вот мы возвращаемся в гостиницу на том же катере. Проходим по заливу, где большое количество островов неописуемой красоты, заросших растительностью. Плохо, что кинокамера не смогла передать эту красоту. Вот так мы отдыхаем всей группой на пляже. А здесь мы приехали в гости к таким же командировочным, как и мы сами. Нас приняли хорошо, отдохнули мы там на славу, даже устроили соревнования по волейболу. Познакомились мы с деревнями Вьетнама, где делают жженый кирпич артелью.
Были мы и на рынке в городе Халонге. На рынке очень много народу, торгуют всем, чем надо и не надо. Но очень неприятные запахи мы почувствовали. Вот и настало время уезда нашей первой группы на родину свою, в Россию, матушку. Все было хорошо, все замечательно. Посмотрели, увидели, познали. Это очень нам пригодилось. Нас очень тепло провожали все. И особенно надо заметить персонал, который работал для нас в этой гостинице. Вот они машут нам. И вот мы едем в аэропорт города Ханоя. Вот это мы проезжаем мост, который был разрушен американской авиацией.